Джон Грей был всех смелее Кэти, была прекрасна, страстна. Влюбился Джон Грей в Кэти, как-то, как-то, не в силах скрыть свой пыл, он ей изложил, но Кэт сказала нет. Грей, брось ты штуки эти, нет, ни за что на свете, дети вдруг пойдут у нас на грех с тобой. Нет, ни за что на свете могут случиться дети. Нет, нет, сказала Кэт. Нет, они за что на свете, дети вдруг пойдут у нас на грех с тобой. Ой, нет, не за что на свете могут случиться дети. Нет, нет, сказала Кэт.